я уйду любоваться на осени рыжую медь. А я возьму колокольчик и буду в него звенеть. Много имен в поэзии. Великих, маститых, философских, изящных. А есть подобный взмаху крыла, росчерку пера, как имя Сергея Чекмарева. Судьба распорядилась так, что всего 23 года прожил на свете Сергей. Давно, когда в ходу были еще отрывные календари, я прочитала на обороте листка стихотворение неизвестного поэта. Я от взгляда ее краснею, любуюсь жилкой на виске, но наша дружба сердечная с нею, дом построенный на песке. Она целует меня, балуясь, я уеду, она в Москве. Что все мечты мои, все поцелуи, дом построенный на песке. Когда у нас появился интернет, я попыталась хоть что-то отыскать о Сергее Чекмареве. И нашла такую запись. «Сергей, отзовись, стихи классные». Поразительно. Имя Сергея Чекмарева практически неизвестно. Кто-то, случайно прочитав его стихи, принял Сергея за современника. А ведь родился он в 1910 году. Вообще, все несколько странно, что касается Сергея. И я решила разобраться. Но не просиживая в архивах, а читая его стихи. Сережа Чекмарев был разносторонне одаренный. И жаркая рифма, и холодный строй чисел были ему не чужды. Но душа, и это главное, слагала рифмы, а не выводила формулы. Всю жизнь еще в ребятах мечтал я о счастье таком. До синего платья неба дотронуться языком. Казалось бы, по окончанию школы Сергей должен поступить в гуманитарный вуз. Но он был старше в большой семье и понимал, что надо выбрать серьезную профессию. И вот тут начинается превратность судьбы. Сергей подает документы в МВТУ и МГУ и безуспешно пытается поступить туда в течение 3 лет. Как говорят современные биографы-поэты, ему мешало его непролетарское происхождение. Экзамен он сдавал успешно, а в зачислении ему отказывали. Что же у него за такое страшное, по большевистским взглядам, происхождение? Уж не из великих ли князей он? Да нет, его отец всего-навсего зубной техник. В те времена высшее образование получали даже дети из дворянских семей, а тут зубной техник. И становится ясно, что это линия судьбы. Вела она его очень настойчиво. Туда, куда надобно было ей, но уж никак не ему. И заброшенный в башкирские степи грустил Сергей о Москве. Я говорю ему, как здоровье? Здравствуй, товарищ паровоз. Я заплатил бы своей кровью, сколько следует за паровоз. Мне глаза залепило вьюга, мне надоело жить в грязи. И как товарища, как друга, я прошу тебя, отвези. Ты отвези меня в ту столицу, о которой весь мир говорит, где электричеством жизнь струится, сотнями тысяч огней горит. Но сначала Чекмарев уезжает из столицы в Воронеж и, наконец-то, поступает в сельскохозяйственный институт. Увлеченный лозунгом всеобщей коллективизации, писал Сергей агитки, ездил в подшефное село ликвидировать безграмотность, а заодно агитировал вступать в колхоз. 1930 году животноводческий факультет в Воронежском институте был ликвидирован, и Сергей переводится в мясомолочный институт в Москву. И там происходит самое главное – встреча с любовью, встреча с Тоней. Какая она была? Можно, конечно, порыться в пыльных бумагах, отыскать что-то о ней. Но зачем?
Там будет другая Тоня. Какой ее видели чужие люди? А нас интересует, волнует только Тоня, которую знал и любил Сергей. Красивая была. С характером задорным, взглядом то грустным, тоскующим, то сверкающим весельем. Насмешливая была, снисходительно отвечающая на восторженные чувства Сергея. Виснет сердце гирью, лежит на сердце тень. В далекую Башкирию я еду через день. Средь гула, среди дыма я забудусь в тоске. Но ты, моя любимая, останешься в Москве. Да, пришлось Сергею отправиться в Башкирию работать зоотехником. Жить-то как-то надо было. Нам кажется, взял бы, да не поехал. Но в записках уцелевшего одного из князей Голицыных написано, как трудно было устроиться на работу в крупных городах. И особенно в столице, людям непролетарского происхождения и сочтенными таковыми. Денег нет ходить в кино нам, да к тому же много дел. Даже, что пишу со Стоном, в Арсе, с Бестером Китоном, три эпохи не смотрел. Но самое страшное – это разлука с Тоней. Я от взгляда ее краснею, любуюсь жилкою на виске. Но наша дружба сердечная с нею, дом построенный на песке. Она целует меня, балуясь. Я уеду, она в Москве. Что все мечты мои, все поцелую. Дом построенный на песке. В Москве, где все загружено, где звон, где шум, где гуд. В Москве, где шелк, где кружево. В Москве, где столько губ. В Москве, где взгляды омуты, где жизнь кипит, как кровь. Другому ты отдашь свою любовь. Ну как-то я удивился очень, прочитав в календарном листке, как раз бывает особенно прочим дом, построенный на песке. Снег колючий, падает с веток, может, правда, конец тоске. И будет сиять таким чудным светом дом, построенный на песке. В Москве, где все загружено, где звон, где шум, где гуд. В Москве, где шелк, где кружево. В Москве, где столько губ. В Москве, где взгляды омуты, где жизнь кипит, как кровь. Другому ты отдашь свою любовь. Молодость – это вера в то, что все будет лучше, чем хорошо. Нет, я не пойду стреляться. И жизнь сберегу, и мечту. Сквозь эту свирепую вьюгу, стиснувши зубы, пройду. Поэтому Башкирия так Башкирия. Среди снежинок шелковых, в нагромождении скал, я только здесь нашел себе, чего всю жизнь искал. Но это миг, молодая радость бытия, а в душе тоска по Тоне. Знает он, что у Тони другой, и что это серьезно. Забыть бы ее дожить, а как забудешь, когда? Тебя мне даже за плечи не вытолкнуть из памяти. Пусть ты совсем не прежняя, пусть стала ты другой, но переливы глаз твоих и губы цвета камеди в сознании озаряются, как вольтовой дугой. И летят от Сергея письма, а Тоня в круговороте своих важных событий. Но не складывается у нее жизнь совсем. От отчаяния, от безденежья, с ребенком от другого едет она к Сергею, который, несомненно, понимает она, любит ее по-настоящему. Ты говоришь, всему конец, забудь, уйди, не надо злиться. И взгляд твой, серый как свинец, в мои глаза не хочет влиться. И я гляжу в твои глаза и наклоняюсь ниже, ниже. Тех дней,
уж не вернуть назад. Тех поцелуев с губ не выжечь. Но этот лоб и прядь волос, все это, смех и жест, и брови, оно с душой моей сжилось, оно впиталось в плазму крови. И каждый вечер, в поздний час, любовь приходит, как удушье. Но у тебя в пещерах глаз ложится тигром равнодушье. В улыбке, в линии плеча, как лунный свет, скользит усталость. И мне теперь одна печаль, одна тоска теперь осталась. Вот с этим отчаянием, тоской по любимой, которая его так и не полюбила, некоторое время спустя Сергей Чекмарев погиб при странных обстоятельствах. То ли, переправляясь через брод, он упал с лошади и ударился виском о край телеги, которая шла впереди. То ли сам ехал в тарантасе, его понесло, и река сомкнулась над поэтом. Среди версий его гибели рассматривалась и смерть от руки кулаков. И последнее как раз было то, что надо для большевистской пропаганды. Безусловно, хотели большевики поднять Чекмарева на свой щит. И памятники ему поставили, и улицу его именем назвали, и даже пьесу о нем написали. Но не получалось сделать из него еще одного пролетарского стихотворца. Слишком душевны и искренни его стихи. Потому и остался Сергей просто русским поэтом. И вообще, пора перестать делить русских на белых и красных. Русские должны жить в ладу. Мне часто враги твердили, да и приятели тоже. В этом хитро устроенном мире ты глуп, дорогой Сережа. Ты будешь всегда всех ниже, да и умрешь без славы. Увы мне, теперь я вижу, что все они были правы.